На службах. Да. Ну, ты, как мы дети, давайте кашляем. Вот так. Она позевает, вот стоит под дочкой, вот так вот стояла, рот раскрыла и позевнула сладко. Закрой рот, сожми. Вы ищете мудрость или нет? Бог всех любит. Соломон премудрый-мудрый был. И он говорит, Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. Запомни это. Бог никого не любит. Я сегодня попы придумали, Бог никого не наказывает. То есть по осиповское учение. Сейчас его там тоже трогают. У него вечное мучение. А раз все одинаковое, вечное, оно не вечное мучение, там разбирали, комиссия библейская, богословская, от патриархом назначена, и признала Осипов неправ. В этом неправ, и в этом неправ. Сколько же людей-то он перепортил, когда он профессор-то? А они попытали, это непростые люди, будущие священники, они теперь это везде. Бог никого не наказывает. А кто мир потопил первый? И там дети тонули или нет? Имя ему Бог, любовь. А Содом и Гоморра и пять окрестных городов, это семь городов? Что? Какой Бог? Этот самый Бог Иегова. Вы слово Иегова знаете, сколько в Библии встречается? 7272 раза. Запиши себе. 7272. Переводчики оставили только 8 раз. Один из главных переводчиков Макарий, ныне канонизированный архимандрит Глухарев, здесь трудился в Алтайских горах. Он, когда перевел, в его переводе 3000 раз слово Иегова упоминалось. У нас богослужение за 10 лет ни разу имя не произнесло. Ладно, нет. И ничего нельзя сделать. Как нельзя? Ну что-то придумай. Придумай хотя бы своими словами где-то, произнеси имя Божие. Бог открывается с его именем, а мы его имени стыдимся. Но я простое говорю. Повторяю, 7272 раза слово Иегова, его заменили другим словом. Адонай, по-русски Господь. Господь, которое слово Господь, но его нету. Ну почему? Вы не забывайте, что у нас веру, которую мы приняли, через прокладку греческую. У нас как Соломон, а у них нету. А как? Шалом. Приветствие. Мы говорим Иерусалим. Нет Иерусалима, Иерушалайм. Иисуса нет, Иешуа. У них Ше. А буквы Ше в греческом алфавите нету. И они так для себя сделали, а мы оттуда теперь приняли. Ну это узнали. Ну попытаться хотя бы. Да, мы узнали, но мы ничего менять не будем. Как был Иисус, так и будет. Но хотя бы это знать. Никого Бог, говорит, не люблю, кроме живущего с премудростью. Этому детей научите. Это Марина, говорит, написала там Бог и Иегова, это стихотворение-то. Вы хоть раз прослушайте, как оно звучит. Почему оно на сердце не ложится кому-то? Все взято там. Это Бог и Иегова, и дети наши поют. Иеговистов желательно не называйте свидетели Иеговы, а свидетели сторожевой башни. Чтобы имя Иеговы зря туда не вставлять. Свидетели сторожевой башни. Это самое правильное название. И все понимают, о ком идет речь. Я говорю о том, что община рождалась через слово. Мы прошли самым правильным путем. Но засохли на этом. Работайте дальше. Работайте. Меня Господь показал, мое поприще там окончено. Я в интернете ежедневно 14-16 часов. Повторяю, никогда не было столько новых людей, которые приходят не просто так, а пришли, стали православными. Вот вчера только отправили опять в Израиль. Один ходил здесь, и ходил, искал, нашел, где православная зарубежная церковь, и с отцом принял крещение. С нами он участвует. Евгений, отцу дали имя Лонгин, он говорит, не может его запомнить никак. Понятно? Слово живое. Ну смотрите, сколько нас. Я даже боюсь, что в семинарии учатся, как бы в них до конца не заглушили все это. Самое это ценное, вы уже получили, вы пришли, вы особые там. Где можно, посмотрите, где можно что-то сказать. Что-то дать, чтобы вас не выгнали, только какую-то грань нащупайте. Такой момент, как к нам относится местный митрополит, патриарший-то, этого не было никогда. И если его уберут, и не будет. Воспользуйтесь этим моментом. Усилий не молитесь, чтобы Господь сохранил его для нас. Это в самом прямом смысле наш митрополит, хотя мы не под его, ну, как там сказать, в списках его не числимся. Я староста. Моя задача, чтобы священника все было. Ризы, дом, тепло. Мы это делаем. С меня это больше не спрашивают. А остальное я делаю, потому что меня Господь на это побуждает. Вот я говорю о событиях там вот сегодня. Они события мне скинуты эти. А как, чтобы обращаться? Не знаю. Вчера собака, когда спрашивали, я говорю, вот это я верующий. А как вот, может отравлять, как отлавливать? У нас есть, которые даже отлавливают.
И дальше. И жестокое обращение. Как это? Передать властям? Или увещевать? Или как? И какие штрафы накладывать? Никаких. У людей штрафа нет. Вы ожесточаете людей. Людей посчитайте, что они лучше все-таки собак. Даже плохие. Я не знаю, наверное, полчаса она меня по всем вопросам прогнала. Я сказал свои данные, выдал ей и прочее. Забота в Думе о животных беспризорных. О всяких животных. Слышишь? Не бить собаку. Вы записали это там? Да не записал, никого не было. Она не вышла по скайпу-то. Еще раз говорю, староста я. Но у меня еще одна должность есть. Она очень редкая. Попечитель. Очень-очень редкая. Попечитель. То есть мне дано право знать нужды ваши, узнавать и кому что-то где-то завести, отдать, поток денег где-то направить. Там какой поток? Там 5 рублей, может, разбитые по рублям. Но это мне дается право. И как исповеднику Христову дается право заступаться за тех, которые во время гонения отступили, а потом пришли в церковь, и их теперь а ты отступник, я имею право ходатайствовать за них. Я испытал все, говорю, это очень тяжело. Жальтесь над ними, 5 можем маленько уменьшить, может быть, ему. А их на 30 лет отлучали. Это не просто так. Ну, который выдавал своих христиан, прочее. Это Григория Нисского правила, это в книге правил. Я как староста, не о стенах только забочусь. Мы для вас оставили, вот оно, великое сокровище лежит на столе. А тут как только дети распали. Вы никогда не оставляйте собрание. Приходите, сидите здесь. Вы же уже взрослые. Сегодня в Советском Союзе, в России, определенные правила. Во сколько лет разрешают жениться? 18? Да. И тоже в Санкт-Петербурге рядом живут цыгане. У них все время 12 лет, а жениху 14. Тебе сколько лет? 16. Все, давно уже. Уже двое детей. Сколько тебе лет? 16. 4 года уже. Пожалуйста. Это и их закон не трогают. В Чечне закон какой, тоже не трогают. Здесь разрешается одну жену иметь. И говорят Рамзану Кадырову, а он говорит, ну и что? Ну а почему Путин не принимает решений каких? А зачем Путину в это лезть? Ему это надо? Сколько у нас жен? У меня, говорит, вот представитель района какого-то, у него 2 жены. Его совершенно это не касается. И он закон издал у себя. Аборты в Чечне прекратились. И это мусульманин говорит. Вы задумайтесь на это. 18 тысяч ежедневно убивают русских. В утробе матери. 120 миллионов за перестройку. Это государство погублено. И никто как будто ничего не знает, какие-то законы принимают. Один мусульманин принял закон. И представьте, мусульмане боятся слова Христа сказать. Христос. Не... О Христе патриарх выходит, говорит, как будто это домоуправ какой-то, о канализационных трубах, там то другое. И выходит Аман Тулеев, вы знаете, губернатор Кемеровской области, мусульманин. Бабушка, и он выходит, и все, буквально все выступление посвящает Христу. Христу нет равных. Что он сделал? И далее говорит. Он говорит, обратился. И дальше показывает, заседает там совет где-то в мусульманских республиках, принимает решение любыми путями достать его и зарезать. Аман, молитесь о нем. Знайте это. Это впервые в истории российского государства, чтобы человек такого чина, ну, как Павлис пленный, первый фельдмаршал был, так и здесь. Первый губернатор, мусульманин, никого не побоялся, вышел и говорит, как жил, какая у него семья, и дальше, благодаря Христу или что там, я не воспровожусь. Ну, зарядите просто. Аман Тулеев, христианин там. Так не так. Я беру с интернета, поэтому за что купил, зато продаю. Итак, чтобы община наша была, не надо требования поднимать выше нормального образа жизни. У нас были, вот ушла. Почему ушла? Теплого туалета нет. Это можно в туалете застрять. Да в России ни одного туалета не было, не считая в княжеских домах. Ни одного. И плодились. 3-5 миллионов прибыль, чистая прибыль населения была каждый год. Все ходили в холодный туалет. Причина какая? Нет теплого туалета у нас. А потом табуретку взять и уйти. Вы знаете кто. Другие. А я хочу причащаться в любой день. Да где ты такое видела? Тоже. А я пойду там буду причащаться. Лучше стало? Нет. Все везде... по-другому. И они не испытывают тоски, еще форму нашу сохраняют. Причина-то какая? У нас ушла целая пачка сразу. Из-за чего? Увидели. Лавр тогда был, митрополит, первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, за одним столом сидит с патриархом
Алексеем. Да они тут принесли снимки, показывали, и все. Ну, иди с нами. Это не церковь уже. Безблагодатно, мы безблагодатная патриархия, то есть это что, сумасшествие? И они куда ушли, там, где слово им не дают говорить. Полностью заглохли. А ушли с детьми, мы десяток людей сразу потеряли. Если замуж выходят там за мирских, куда угодно, свои ребята по всем параметрам лучше. Даже не глядят, это что? Ну, сами подумайте. Воспитываем детей, они подрастают сейчас. Вот она. Почему? Вот, вот у нас тут брат сидит, он взял сестру свою здесь. Вот так. Это знают вот. Одна, вторая, там. Не таких много, немного нас, но есть пример. Зачем тебе на стороне искать, когда это люди возрожденные, знающие Слово Божие, чистой жизни живут. Куда ты пошел туда? Как Андрей Кураев говорит, невесты нет. Иди на там с площадку-то. Познакомься, от миссионерия, да не могу. Да и женись. Как это? Да не могу, уже не знаю. То есть она уже слушать не хочет. Тогда ладно, ладно, еще не надо. Нет, она его учить начинает. Она уже учить начинает. Какую листру вешать, когда в театр идти. Так вот, я как староста забочусь о детях. Займитесь детьми, вот, которые здесь есть. Выработайте в них почтение к Слову Божию, к радости, что есть страх Божий. Если страха Божия нет, ничего не будет. Как только отвернулся, они уже свое делают. Страх Божий, начало мудрости. В детях не во всех страх Божий. Я уж просто сглаживаю. Если страха Божия нет, начало мудрости, страх Господень, притча 1.8. И значит, и ничего и нет. Если человек говорит, а я Бога люблю, а страха не испытал. Игнатий Брянчанинов прямо говорит, начни сначала, не обманывай сам себя. Потому что начала-то нет, а начала дороги нет, значит, ты не двинулся. Такой страх, чтобы ты понял, погиб окончательно. Как Давид говорит, тону и не на чем встать. И тогда Господь простирает руку. Выйдите на благовестие, где двор рядом с кем-то, наши люди идут, да еще и уговаривают, приходят нашим и говорят, мне вчера скинули, и говорят, вы отдаете Евангелие, иногда их в мусорном ящике находят, надо давать только тем, кто попросит. Кто попросит, да чего же просить-то? А другой, и молиться надо, когда у тебя сердце возгорится. Зато вот прямо говорит, оно никогда не возгорится, а разжигают молитву. Что ты обманываешь-то сам себя? А вот а мы ездили где-то, и нас арестовали. Нас где-то арестовали. И мы целый месяц были в каком-то государстве и молились. Они нас так уж посмотрели, махнули рукой, отпустили. Месяц нас держали. То есть все это обман. Легенды слагают вокруг нас. Было в Турции на границе, сутки там мы молились-то. Ну, русская мафия, но не само государство. Ну вот, как староста... Мою боль примите эту, когда я смотрю и вижу, что вот молодежь, она мало нуждается этим. Куда угодно пойдет, где угодно. Если здесь идет Слово Божие, ты не ради службы только иди. Служба-то составлена для уверовавших, у нас служба-то не для оглашенных. Она все там, приходишь и все небесные слова, святые Божии, святые крепкие, слава Отцу. Если у вас этого нет, вы все равно потеряете и не будете тосковать даже. Оставайтесь на собрания, оставайтесь на занятия. И кроме того, Сергей Павлович трижды в неделю ведет занятия по скайпу. Почему вас там мало? Я хотел сказать нет, тебе, Василиса. Как мало. Василиса, нет, я посмотри, сегодня мы выставили ролик. Так, тихо. Богослужение идет. Папа твой диакон, и там рядом стоит Ося. Это настолько смотреть приятно. Посмотри. Сегодня я выставил, называется архив, там 49, 49 ролик-то, богослужение прошлых лет. Та обстановка, и кто-то еще составлял, и напустили, как будто поет хор там Сретенский у нас там где-то, на фоне музыки. И там стоит Ося, ее брат, ее отец, служат, и священников, и кажется, было в это время трое у нас где-то. Посмотри, сердце твое порадуется. Как-то маме или кому-то скажи, чтобы они знали, сегодня этот ролик выставлен. Потому что с архивами трудно работать, пока найдешь, надо смотреть. И... Вот у меня все. Можно чуть добавить? Спасибо, Христос, да, брат. Я хотел вспомнить, знаете, есть такая пословица, не пословица, а вопрос задают, чтобы опорочить веру там, Бога, и говорят, а что сначала, курица или яйцо? И все начинают, курица, а когда тогда яйцо, или нам наоборот. Вот Господь сотворил... Сразу курицу, написано, и сразу полетели птицы по небу. И вот точно так же образовалась наша община.
полетели птицы по небу, то есть слетелись те, кто жаждал спасения. Я эти выводы делаю, потому что уже 21 год я в общине не нахожусь. 22-й год уже идет. И я смотрел на все это, участвовал в воспитании детей как мог, и был и в лагере, и здесь занятия до сих пор еще веду иногда. И могу так сказать, дети, когда им становится 14-15 лет, становятся не просто самостоятельными, а они становятся птицами. Все, они полетели. И их остановить невозможно. Когда вы захотели стать другими птицей, сразу родиться от Бога, вы пришли, услышав Слово Божие, вы искали Его. Я искал на Колыме. Господь меня сюда привел, И я сразу же в первый день, как только здесь был, обрел себе уже семью верующую. Ну, немножко, конечно, были какие-то трудности, но я уже знал, куда идти. Уже через несколько дней, 3 января 1996 года, я уже попал на занятия в университет. Уже слушал Слово Божие. И я его слушал, не просто слушал, ну, тут многие это знают. Я 15 лет провел рядом с Игнатием Тихоновичем. Из них лет 10 я стоял прямо рядом с ним, читал Слово Божие. Старался рассуждать в уме, когда он рассуждал по Слову Божьему, по святым отцам. Потом я только понял, что, оказывается, Игнатий Ильич почти в совершенстве практически знает святых отцов. Ну, а там, где ему не надо, он просто говорит, не лезьте в эти лучшие вопросы. Поэтому я говорю почти, а не потому, что он что-то не знает. Нужно еще знать, когда остановиться. Так вот, наши дети, они не имеют вот этой свободы птичьей. Они думают, что они птицы, а они камни. Они упали уже глубоко в пустыню. Вот когда здесь идут занятия, и сидят дети маленькие. У нас сейчас дети измеряются. Вот так вот я руку подниму. Вот Володя уже чуть-чуть не ребенок. Он мог бы уже это и к детям тут бы сидеть все время. Остальные все, вот сейчас он поднимется или она. Все, это уже, значит, им еще по 15-16. Они дети для нас. Но они уже выше меня или там наравне. Значит, что мы будем его слушать? Мы будем вот там стоять, потому что там наш батюшка. Батюшка главный руководитель в деревне, поэтому все. Батюшка там, значит, уже зачем нам какие-то занятия? И все, кто приходит с деревни, никого здесь нету. Никого, ни одного человека. Никто не сидит, не учится, они все там. Почему? Там батюшка, там как бы дух деревни, там они на службе, все. Здесь учиться нечему, тут уже все ниже нас. Я вам говорю, как точно это происходит. Вы думаете, я придумал? Давайте рассудите сами, почему никого здесь нету. Они дети. Я говорю, вы дети, идите сюда. Сестры, нет, они там поют. Не надо никого петь, там хватит поющих. Сюда, на занятия учитесь. Пока мы еще можем их положить поперек лавки. Сейчас они будут повдоль уже. Ты не накажешь, никого не приведешь. Где кто есть? Кому за 18 лет? Никого нету. На занятиях никого. На службу прибежали, убежали. И все, и так оно и пройдет. Почему? Птицы полетели сразу, понятно? Сразу. Господь дает это на сердце тебе спасаться. У них этого нету. Игнатий Игнатьевич, я слышал, призывал. Его призыв кто-то может услышать, потому что призывать надо. Я вам так могу сказать. Они не слышат этого призыва. Почему? Они не знают, что такое грех. Они жили всегда защищенные, всегда молились, за них делали все. Все им предоставляли, слова Божии. Они когда-то, в какой-то момент, сердце просто это отстранило, когда им стало 14 лет. И вот так вот все, и даже мирские люди говорят, как только ребенку становится 14 лет, с 13 до 14, получается какой-то перелом внутри. Как будто сатана какую-то особую на них такую насылает особых бесов. Они начинают рваться в мир, начинают врываться как к плоти. Им вот это нужно. А до 14 они сидят спустя рукава. Почему? Ну не могут же дети думать о спасении так, как я думал в 30 лет, когда я думал, что я погибший, и меня никто не спасет. В 31 год я услышал слова истины, это в университете, и я возродился, я натурально возродился. Я понял, что такое спасение, кто такой для меня Христос, почему Он пролил за меня кровь, и эта кровь должна меня очистить. Как это все происходит? Я просто не могу вам сказать, почему они не принимают этого. Вот единственный, кто принял все это Игорь Третьяков. Я знаю его с 16 лет, Игоря Третьякова. Он был верующий.
Он всегда рассуждал. Мне было, я его на 12 лет старше, я иду и у него учусь, понимаете? У Игоря Третьякова. Почему? Он постоянно рассуждал, что-то рассуждал, рассуждал. Я слушаю, думаю, что он там бормочет? А он рассуждает о духовном, о себе рассуждает, какой он был плохой, как его Господь заставил увидеть это, что он плохой. А у нас они все хорошие. Они святые дети. Они как могут быть плохие? Это все, что у них плохого внутри них. Мы же не можем ходить. А ну-ка расскажи, какой у тебя грех. А я теперь этот грех вытащу и скажу, что ты погибший. Понимаете? Это получается, что этим заниматься? Да нет, конечно, мы не можем этим заниматься. Они, по идее, сами свои грехи должны увидеть. Но этот грех по сравнению с тем, который я в их возрасте заработал, это как фу, пушинка какая-то, понимаете, в чем дело? И поэтому им как бы не в чем каяться. А вот просто принять путь спасения. Я еще говорю, вот если им учиться, у Геннадия Фаста, это был святой парнишонка, у него родители были эти менониты-баптисты немецкие. Он вообще не знал, что, ну, о грехе понимал, что грех, грех. И в 13 лет, в 14, к нему пришло это прозрение, что он должен стать верующим, он должен креститься. Ну, ему взрослые поднимают вопрос постоянно, креститься, креститься. А у нас что, у нас все крещены, оглашенные, изыдите. Сейчас бы их раз сюда, за дверь, и пускай думают ребята уже. Они думают, чешут голову, а что это мы тут стоим? Родители там, все там, а мы тут прохлаждаемся. А здесь им еще места писания постоянно, еще что-то там, как Игнат Тихонович вышел, когда мы оглашенные. Я стою уже, здоровый мужик, 31 год, меня в оглашенные выставили из церкви. И что такое? А он еще, это вы здесь стоите, потому что вы за дверями спасения. Спасение должны. И такой шепчет потихоньку, так, чтобы не сильно, там же идет служба верных. И у меня на сердце это все, вот это меня все, как так, как я, Господи, как ты меня не видишь, что ли? А вот я не вижу тебя, ты никто предо мной, говорит Господь. Знаете, как сержанты американские учат? Вы тут пришли, вы никто, вы вот то, что плавает после отхода. Вот вы кто, вы там свиньи поганые, там вы девчонки, вот так. И вот так вот получается в оглашенных тебя тоже как бы, получается, унижают. А что унижать, когда ты... Свинья есть свинья. Куда дальше унижаться-то уже? И даже хуже свиньи, говорит Златоуст. Приходите сюда в церковь, говорит, копытами своими топчете святой пол. Вот так. И вот получается, что наши дети, они понятия не имеют, зачем им вообще эти занятия. Что там на этих занятиях делать-то? И я вам могу только одно предсказать. Ну, я не пророк, я просто наблюдаю. Они могут прийти ко Христу только лет, ну, в 27 30, когда они нахватают грехов по полной программе, как там сейчас Игоря Глушкова, там, этот Максим, там, еще там, ну, понахватаются грехов, и тогда, может быть, зная уже, что есть путь спасения, им же говорили об этом, кто-то может вспомнит, а кто-то и не вспомнит, конечно, они могут прийти вот так, как пришли мы. И вот теперь Игнат Тихонович говорит, как создать общину? Только не через детей. Через детей бесполезно. Это невозможно создать общину через детей. Не будет здесь детей, запомните. Вы просто возьмите самое худшее и все. Что? Москву сдадим врагу. Все. Возьмите за худшее. И теперь только одно, что умереть можно. Вот теперь умереть на проповеди можно. Каждому из нас. Вот чтобы пришли люди, которые уже в миру начинают осознавать, что они хотят жить по-другому, но они не понимают, что с ними творится. То, что было с нами когда-то. А детей, я не знаю, ну, у нас есть возможность до 18 лет сюда их на занятия. Пускай это будет Надежда здесь заниматься с ними. Пускай будет Надежда Васильевна заниматься. Или тут я буду тоже, я уж постараюсь им рассказать о спасении и Слово Божие показать. Но тут, чтобы они были до 18, нечего их там на клире держать. Они еле-еле рот открывают. Пускай тут будут они. 18, да, ну понятно, они уже взрослые, они все знают. Пускай они там постоят немного, потом все равно, кто замуж выйдет, кто в армию уйдет, все равно никого не будет. Ну кто-то может останется, один ребенок. Все остальное только в проповеди, идти проповедовать, как мы когда-то ходили по 15 человек, по 12, уже по домам не надо ходить, уже мы все поняли, вот улица есть, и по улице пошли, и чтобы люди приходили. Все. Спасибо, Христос. Еще у кого есть слово?
Зарядил. Все погрузились в думы свои. Ну, надо думать, а как иначе? Молодец. Как, просто спасибо, так, Христос. Что-то, что ли? Да, Игнатий Игнатьевич. Видите, надоедливым не надо быть. Вчера один выступает, один там в интернете, я все беру это оттуда. И говорит, сыну командировку дали. Нормальный парень, не курил, говорит, ничего. Надо знать язык. И тут смотрят знания английского языка. Я как пришел, а там свидетели сторожевой башни. И они ему там наклали где-то, он в образ жизни, вижу, стал менять. Я говорю, а что с тобой? Да вот меня тут такие говорили, я, ты что, я тебя воспитывал для этого, что ли? А ему уже где-то, видимо, 20 с лишним лет. Ну, потом отстали. Один день, говорит, я слышу звонок, открыл дверь, стоят двое. А что? Да вот это, мне это не надо. Ну, мы, сын ваш Игорь-то, Игорь, и к нему. И все-таки втиснулись. Ногу поставили в дверь, там то другое, поговорили. Ну, я открыл, ладно, заходите. Стали рассказывать. Я ему говорю, он не слышит, не останавливается, он тарабарит и тарабарит. Я вижу уже в сына, они вцепились мертво. И не могу отцепиться. Я, говорит, пошел в другую комнату, у него двухстволка, ружье. Я, говорит, достал, выхожу, стал, говорит, в другой двери, патроны вкладываю, так, 10 секунд. Кто не успеет, значит, он уже будет вынесен. Они, говорит, как ринулись друг друга давить. И все, больше, говорит, никогда, и к сыну больше никогда никто не подошел. То есть люди изыскивают свой способ. А он мог вместо этого выстрелить духовным местом Писания, разъяснить. Они не знают, куда бежать. Я знаю, кто такие свидетели этой башни. Когда говоришь с ними, они любыми путями тебя будут обходить, к тебе уже не подойдут и никого не допустят. То есть начинайте учиться. Он не просто жил рядом, он 14 лет за стенкой у меня жил. Какие были встречи? Где детям дать страх Божий? А когда страх Божий есть, ну нельзя. Они к миру тянутся. Мы не просто мира боялись. Мы боялись в школе. За 10 лет я ни разу не напился. Родители сказали, пить грех. И мы этого боялись. У них нет этого понятия. Она что угодно делает, или он. Грех. И мы на переменке бегали домой, напился на большой, большая перемена. Там маленькие были, а потом одна большая посередине. Напился и скорее обратно. Страх Божий дайте им. Говорите, а Златоуст говорит, ежедневно о муке вечной. И покажите спасение только во Христе. У них Библия, они когда ее последний раз открывали? Нам, а вот это, ничего мать не знала. Евангелие слова я не слышал до 23 лет. Но я знал, Бог есть, а Бога как найти? Атеистические книжки покупал, брошюрки, а там, на которые слова опровергают, библейские-то, и на той стороне бывает попадает. Так я-то два экземпляра брал, выстригал, чтобы Слово Божие было. Клеил одно за другим. И тогда я читал. Для меня это было как Евангелие. Но буквы, цифры не понимал. Только что зачем цифры стоят? Там глава стих где-то. И через это Господь привел наконец к Евангелию. Вы детям это заложите, страх Божий, ты умрешь. Вот он, я говорю о детях, которые ходят, причащаются. А мне звонят, ну, в интернете спрашивают, это ваш человек? Это ваш, вы посмотрите, что у него там в контактах-то. А у него даже название сисечки. Сисечки, то есть сиськи женские. И он собирает все туда, к себе заносит. Там смотреть страшно кто? Сисечки. Это верующий причащается. Я на батюшку насел, ты это знаешь? Как это годится, нет? Когда нам говорят, вы это ваши люди такие. Я так ахнул. И как ему? Я к нему не мог даже подойти. Я начал с другой стороны, там, с родителями. Все пришли в страх, и, конечно, он все стер, и теперь по-другому. А не так, а это не мой ребенок. Бог за все спросит. Ты видел, говорит, 3.18 Иезекииля, и не говорил, что он во грехе. Он погибнет, а его кровь, с него кровь течет. Я взыщу с тебя. Вот где на блудном мытарстве погибает больше, чем на 19 остальных, а их 20 всего. От этого детей сохраните. Это правила очень строгие. В Ветхом Завете вышла замуж, а она не девственница. Приведите ее из дома жениха к дому отца и здесь убейте на глазах его. А если это дочь священника, рядом разведите костер и сожгите ее живьем. Златоуст говорит, потому что он имел больше возможностей. Вот, исправить ее. Начальник синагоги. Я что это синагога? Начальник кто? Епископ, священник. У Израиля-то не было священников. И все они знают. А что такое? Вы сегодня слышали. И никто не спрашивает. Кто он, какую должность занимал, начальник синагоги? А что это такое? Чем он занимался? Простой вопрос. Да и почему в Ветхом Завете слово синагога ни разу не встречается? Это из одного слова, сколько ты можешь ей дать?
она будет знать Вавилонский плен, как было тяжело. Самая, говорит, страшная война. Сегодня говорят, нет. Святые отцы говорят, самое страшное, это плен. Там умер, ну и все. Самая легкая смерть, это утонуть. Это Иоанн Златоуст говорит. Самое тяжелое, умереть от голода. Человек не помнит себя, детей своих резали, варили, послед выходящий из среды ног, женщина, ребенок, когда рождается, и она ест тихомолку, мужу не дает. Это говорит пророк Иеремия. Дайте им понять, какие они счастливые. Расскажите им, как многие-многие сегодня ничего не знают, страдающие дети в Сирии, они о Христе почти не знают. А вы знаете, и вы сейчас там, вы бы что сказали им? А если ты о Христе говоришь, то тебя казнят. У них так, Библию считают, и палец вот так вот прорезают до костей на лапшу и засыпают, чтобы не зарастало. Вот такие руки. Показывают, как мучают. И надо вытерпеть все. Мы пришли, последовали за Христом. Наш путь через Голгофу идет. Ребенку, покажите это. Они куда угодно уйдут. Куда пойдет? Хоть баптистам, хоть старообрядцам. Ну куда? В болото погрузился, еще не надо. Отстоял и пошел. Слово-то Божие не исследуется по святым отцам. Вы слушаете маленько себе так, кладите это в ум. Дальше как жить? Сегодня взрослые есть, завтра нет. Если что-то коснется сейчас, где-то как-то, молодежь эту всю подберут. А со стариков спрашивать нечего, если они ничего не знают. Еще есть у кого слово? Закругляем. Достойно есть у кого истину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Как обычно, песнопение, трапеза и занятия. Да толкование батюшка прочитал. Скамейку вынесите. Прямо по Златоусту читал. Без купюр.